Все, Сережа, значит сейчас. Здравствуйте, рыбаки и рыбачки. Сегодня рекордсмен на речке Рос. Вот Сергей. А ну покажи, какого ты выловил. Вы посмотрите, какой судачина. С ума сойти, вы посмотрите, какая пасть у него. А что вы сразу не сказали? А крупным планом. Что вы сразу не сказали, что вы блогер? А ты что, не знал, что ли? Вот так, вот тоже его товарищ тоже выловил такого конкретную рыбу. Я трошки больше. Вот, ну ничего, орлы, молодцы. Смотри, сейчас поймал его и выпустил. Он сейчас на глазах превратится в сильно крупную рыбу. Молодцы, ребята, вот так вот, дай. Вот ушел. Видите, они не браконьеры, они нормальные спортсмены. Спасибо, ребята. Погода отличная. Идет дождь. Поклевку видно очень хорошо. Ветра нет. Течение слабенькое. Но клева нет, поэтому поклевки не видно. Я бы вообще ролик не снимал сегодня. Вот что я поймал. Если бы не те веселые ребята. Вон ёрш какой классный. Таких я 3 штуки поймал. Плотва непогана. Вот это и все. Спасибо за просмотр. Потому что каждый раз одно и то же снимать не хочется. Вчера был очень сильный ветер. Волна такая. Я выплыл на лодке, хотел половить. Но аж захлестывало через бортоводу. Аж пенилась вода. Он поплавал лодку, обмыл и домой. До встречи в эфире. Всем благ. Всем удачи.